Сегодня у нас в гостях необычный проект. Это бывший велосипед Stealth Energy, фермер на трех колесах. Вот здесь вот в раме стояла ось и было два задних колеса. То есть это трайк был изначально. Теперь это у нас нечто необычное на такой вот огромной здоровенной резине. Расстояние между дропами 120 мм. Сюда встает замечательно обычная ссылочка на промах, все контрится. Через вот такой переходничок ставится задний переключатель в качестве натяжителя или переключателя. И все будет работать. То есть это работает как с односкоростными велосипедами, так и с ХВЗ, у которых ширина между дропами меньше. Необычная сидушка Brooks, да, которая сейчас стоит каких-то там совершенно безумных денег. Карбоновая вилка, супер навороченное переднее колесо. Видите, да, какой крутой обод. Рулевая тут на промах. Гидравлика. Руль необычный. В общем, супер-пупер очередной проект Олега, который что-то делает из этого велосипеда, пока я не понимаю, что. Но велик весит, я не знаю, килограмм 10, наверное, а то и меньше. Он очень легкий, несмотря на такую мощную раму. Велосипед очень легкий.